Синоптики подвели климатические итоги октября. Осадков в виде дождя и снега выпало больше обычного на 24%. При норме в 38 миллиметров фактически было 47. Прошедший месяц стал холоднее положенного. Средняя температура составила 0,6 градуса, а это на 2,5 ниже нормы. Выше всего столбики термометров поднимались 1 числа до 11 градусов, а 23 октября опускались до минус 10. В целом климат в Тюмени становится мягче. До октября 8 месяцев подряд были теплее нормы. А в целом за прошедший год температурные рекорды были зафиксированы в декабре, феврале, апреле и августе. И сейчас среднемесячное отклонение составляет плюс 1,6 градусов.